Любимая, как начинается наше утро? Сокуривание пространства. Мы сейчас подготавливаем йога-зал для того, чтобы девчата начали свою практику. И наш мастер по медитации Олеся Негодина уже зажгла чудесные травы. А что это за травы? А здесь у нас сейдж. Это очень замечательная натуральная вещь, которая помогает нам очистить пространство, подготовить наш ум к медитативному состоянию. И вообще, знаете, мы же чувствуем, мы же можем обонять, и это очень сразу же воздействует на наше сознание. Поэтому очень важно, когда у тебя в твоем доме атмосфера, приятные запахи, приятная музыка, и все это способствует твоему умиротворению, твоей гармонии с твоей душой. Поэтому я всем советую использовать всякие инструментики, благовония. Такие, благовонии, палочки. Это мы привезли из Индии, это с Непала. Потрясающе. Это все сопутствует вашему пробуждению, выхода из вот этого шумного ума и вхождения в ваше сердечко. Родные, также мы рекомендуем использовать такую благовонию, как Пало Санто. У нас просто сейчас ее нет с собой. А еще я очень люблю сандал и жгу его регулярно. И еще ладан. Знаете, я когда-то проводила ретрит в Омане, и там ладан на вес золота. И они окуривают им пространство, девчата. Это так вкусно. Я в следующем своем интервью обязательно расскажу и покажу, и даже возьму с собой. Всех люблю.